Итак, в феврале месяце 2019 года наши разработчики модов наколепали почти 300 модификаций, ну где-то приблизительно, плюс-минус. И сегодня я вам покажу топ-10 самых крутых модификаций из всего этого изобилия. Не забывайте поставить большой пальчик вверх под этим видео, чтобы вышло продолжение. У нас много всяких интересных топчиков, фактов, лайфхаков и просто стримов, так что подписывайтесь на канал. Окей, и первый у нас сегодня 10 место. Номер 10 это Combux Blocks, очередной лаки блок, но в этот раз он работает без лаки блока, гордые и независимые модификации. У него есть 3 лаки блока железные, из которого выпадает лут победнее, ну и крафтятся они попроще, соответственно. Среди прочего есть забавная штука, как сундуки. В сундуках есть лут из данжей, это прикольно. Есть мобы, есть взрывы, есть какие-то коробки, есть какие-то призраки, есть всякое. Останавливаться подробно на этом не буду, потому что это всерьез надолго, и я вам советую самим попробовать, что это такое. Если мы с вами начнем открывать алмазные блоки, там уже начинают попадаться и сундуки с золотыми яблоками, и прочее, прочее, прочее. Лут уже сильно богаче. О, даже зачарованные алмазные шмотки попадаются. Круто. Даже какой-то фанарт. Место номер 9 это мод на всякие интересные шапки. Можно сделать себе ушки. Можно сделать себе прикольный хвостик, бороду. Все очень простенькое и незатейливое, но зато прикольненькое по фану... О, боже, рога. Рога. Демонические шапки. Целая куча шапок. Ну и так далее, и тому подобное. Классно, клево, интересно. О, и еще одна шапка. Ладно, давайте продолжим уже смотреть следующее. Exocraft. На первый взгляд очередной мод на обычную броню, но нет. Вся эта броня дает разные положительные эффекты. Броня крафтится, дорого крафтится, но тем не менее, самое классное, конечно, это ее дизайн. Закос такой, знаете, под реализм, что-то там из будущего, это все такое. Какие-нибудь «Звездные войны» и тому подобное. Киберпанк. Вот такая вещь. И самое интересное, что эти баффы дают разные части брони. То есть ботинки могут отвечать за скорость, броня за силу и так далее. В комплекте есть простенький, как его называют, дрель, который копает 3×3. Тоже ничего особенного, но тоже полезно. Так что 8 место абсолютно заслуженное для этой модификации. И есть, кстати, еще такая штука, которая копает 3×3. Хоть землю, хоть камень, хоть что. Без разницы. Знаете что, давайте уже выкапываться отсюда и смотреть следующую модификацию. Ей! А, выпустите меня отсюда. Вот так вот. Окей. Дальше у нас идет Pointless Stage, это модульный мод на мебель, устроен он следующим образом. Есть куча таких подобных модов от одного и того же автора, в каждом из которых есть небольшая кучка прикольной мебели с высокой с текстурами высокого разрешения, прикольным графоном и так далее. Сегодня в этот топ мы запихнули 2 новых его модификации, это Pointless и Pointless Stage 2. 2 модификации, они работают друг от друга полностью независимо, так что можете установить только один, можете установить оба, без разницы. Оба посвящены компьютерам, макбукам, и все это выглядит вот так вот. Можно еще ставить всякие колоночки, всякие сабвуферы, я не знаю даже, как эта хрень работает, но это какая-то штука, аудиосистема, может она Wi-Fi раздает, не знаю, но выглядит это офигенно круто. К сожалению, большому на данном этапе развития все эти мебельные моды, к сожалению, полностью не работоспособны, то есть это только декорация. Пришли, полюбовались, расставили. Но тем не менее, в любой сборке с закосом под модерн или под реализм, или под что-то такое, все это идеально подходит даже в техническую сборку Александру. В конце концов, ноутбук, который стоит на видном месте у вас на заводе, это добавляет атмосферу и так далее. Самое главное, ребят, по ссылке в описании, у нас есть плейлист, где вы найдете еще кучу всяких разных топ-10. И, конечно же, подписывайтесь на канал Герон Гайды. Там сейчас выходят прикольные гайды на все случаи жизни из разряда «Как сделать что-то в Майнкрафте» в огромном количестве. Дальше у нас идет мод Blue Skies, который добавляет целую кучу странных, порой прикольных биомов. Все это добро спавнится не абы где, а в обычном мире. И еще добавляет 2 измерения до кучи, в котором еще больше прикольных биомов, которые красиво выглядят. Первое измерение с названием, которое я даже не знаю, как правильно произнести, оно ледяное, это измерение, в нем есть парочку данжей и в нем есть парочку боссов. В общем, ничего особенного на первый взгляд, но все это сделано с душой, атмосферненько и отлично подойдет для любой сборки на RPG, на 1.12.2, соответственно. Так, ребятки, мне нужно найти какую-нибудь структуру. Я пока что данжи не нашел, хотя старался, нашел только деревню. В деревне нашел носатых. Носатых есть почему-то мужики, которые ходят в броне. И я не знаю... Не, серьезно, какая-то наркомания. Какого фига? Но неважно. Есть второе измерение, оно тоже называется как-то очень странное. Название вы можете посмотреть на экране. Самое главное, это измерение очень темное, теплое. И по... Скорее всего, оно находится под землей. Оно очень темное. Такое ощущение, что его запихнули под землю или что-то около того. Я включил ночное зрение. Как видите, очень красивые места. И все это похоже так, словно бы это очередное новое измерение из Divine RPG. Дальше у нас идет мод, называется Fish Lucky Block. Короче, рыбный Lucky Block. Вот как это переводится. В котором есть куча прикольных совершенно структур и прикольных видов лута. Какие-нибудь, например... Как же это называется? Колодец с 5 алмазными блоками, чего нет. Разные прикольные штаники, которые дают дополнительное здоровье. Почему бы и нет. И давайте все это блоком редстоунного камня, все это активировать. Ух ты же, еженьки-матреженьки. Активируем все это нафиг. Ух ты, сколько летучих рыб. И давайте вот это используем. А давайте еще посмотрим. О, отлично. А, стоп, подожди. А что, если будет туда кинуть, например, топор войны? Ой, ё-моё, топор войны призвал иссушителей. Ой, как странно. Я даже не знаю, почему они прилетели. Так вот, можно еще засумонить большое количество воды. Вот прямо вот так вот. Ну чё, один клик, все, бассейн готов. Как раз ваша бабушка будет довольна. Дальше идет модификация на 100 измерений, 101 измерение из разных материалов. Я вам сейчас покажу. Смотри, у каждого измерения можно крафтить портал и специальные зажигалку, которая активирует этот портал. Например, для измерения из динамита мы крафтим вот такую рамку в такой вот масштаба и вот такого размера и такой форме. Потом делаем ей зажигалку из динамита, разумеется. И этой динамитной зажигалкой активируем этот портал. Таким же макаром вы строите 101 других порталов. Самое интересное, что вот это вот так выглядит измерение из льда, из золота. И еще давайте отправимся в алмазные. И давайте на бисо смотаемся в измерение с динамитом. Обратите внимание, что дизайн у всех этих измерений разный, что очень несказанно меня радует. То есть сделано все-таки более или менее доброкачественно. Такие дальше. У нас идет мод на средневековые ворота, которые вот так можно опускать, поднимать. Классно, клево, интересно. Можно использовать любые материалы, кстати, не только решетки, например, из стекла сделать ваши ворота, чего нет. Теперь давайте объясню, что это за хреновина более подробно, чтобы было понятно, как это устроено. Смотри. Первым делом мы находим место под наши ворота, крафтим специальные слайдеры, которые делаются вот так вот, и обязательно их втыкаем вот так вот. Тут посмотри, какая прелесть. О май гад. Дальше, смотри. Мы выберем сейчас блок, и можно поменять текстуру. Зажимаем кнопочку Shift, нажимаем правую кнопку, мы открываем менюшку. В этой менюшке мы вот таким образом в этот слот ставим любой блок, и наши слайдеры приобретают новую текстуру. Таким образом их можно просто замаскировать под окружающую действительность, и это классно. Дальше. Нам нужно материалы, которые будут использоваться для ворот. Например, я буду использовать обыкновенные заборы. Они наиболее средневеково выглядят. На самом деле материал вы можете использовать для этих заборов какие угодно. Как видите, активация прошла успешно. Самое забавное в этой истории, они могут быть не только вертикальными, но и горизонтально. Максимальный размер у них 64 блока в длину или в высоту. Короче, можно построить огромнейшие ворота с классной анимацией. Теперь непосредственно Mescraft мод. Это мод про динозавров, которые живут в собственном доисторическом измерении, в котором бегают кругами от доисторических хищников. Динозавров просто десятки, если не сотни. В этой модификации абсолютно разных. У каждого есть, соответственно, свои повадки. Кто-то жрет растения, кто-то жрет других динозавров, кто-то быстро бегает, кто-то просто здоровый и просто жрет листву с деревьев и так далее и тому подобное. То есть это действительно интересно за ними смотреть, наблюдать. Как его называют? Настоящий сафари-парк юрского периода получается. Помимо всего прочего, давайте я вам еще кое-что покажу, интересно. Лут, который выпадает с динозавров, самое что у меня есть доисторический, то есть кожа, мясо, вот все такое. Естественно, мясо динозавров выпадает, а не бы что. Ну и, конечно же, место номер один — это Realistic Carpak, мод на реалистичные машины, которых там уже набралось штук 40. Наконец-то он обновился 1.12.2 год спустя, прошел. Обновили. Ура, ребята, всем аплодировать полчаса, наконец-то он у нас с вами. Эти реалистичные машины копируют дизайн реально существующих автомобилей, всяких там Porsche, Nissan, Bentley, Mercedes. В общем, красивых тачек, на которых разъезжают красивые пацаны с толстыми кошельками. Также можно нажимать на кнопочку К английскую или на L русскую. На клавиатуре у вас будут открываться всякие двери, включаться-выключаться фары и всякое такое. Топливо они не потребляют. Не забываем подписаться на канал, не забываем покликать по ссылочкам в описании, не забываем про лучший сайт по Майнкрафту в Рунете geroncraft.ru, все ссылки будут в описании, все ссылки на моды тоже будут в описании, можно сориентироваться по номерам, вот такие дела. И еще не забывайте, что у нас еще много интересных топчиков, покликайте по картинкам, которые вы видите на экране, вы попадете в плейлисты, где вас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на канал Герона, там еще много всяких роллплейных штук. Приходите к нам на стримы, ну и так далее. До встречи.